Выброси с головы эту блажь. Что значит призвание? Чушь. Вздор. Вот найдем тебе достойного жениха, и тогда ты поймешь, какое призвание должно быть у женщины. Семья, а не театр. Вот твое настоящее призвание. При упоминании о замужестве у Фаины сводило челюсти оскоминой. Призвание? Разве сидение в четырех стенах, вышивание салфеток, распекание горничных и вечные споры с кухаркой можно называть высоким словом «призвание»? Это же ужасно скучно. Достаточно взглянуть на мать, у которой от такой жизни даже выражение лица сделалось скучным. А взгляд таким, что от него молоко скиснуть может. Вот если бы выйти замуж по любви за человека, который поймет тебя и не станет препятствовать. Ха-ха-ха. О какой любви может идти речь? Отец обещает найти ей достойного жениха, то есть солидного немолодого мужчину, доказавшего обществу свое умение вести дела. Молодым отец не доверяет, считает их легкомысленными. Стоит только матери завести разговор о каком-нибудь молодом человеке. Ах, как часто стали эти разговоры в последнее время!